Добрый день всем. У меня горшочки вот появились, вот такие букашки белые. Вот эти букашки мне делают тут проблемы. Вот моя гацания погибла. Вот тут тоже почему-то с ней что-то не так. Вот погибла. И вот тут тоже начинает погибать. Я не могла понять, что случилось с ней. Но оказывается, есть такие маленькие белые букашки. Нашла в интернете, что они называются падура. И когда слишком сыро, я сегодня только их полила, то в них развиваются вот такие букашки. Они начинают съедать корни. Когда слишком сыро, они начинают погибать, и погибает весь цветочек. То есть они съедают только черенки, черешки, только корни. И я не могла понять. Да, вот они есть. Маленькие белые, не бегают. Я даже не заметила. Нужно будет их как-нибудь, чем-нибудь полить. Все, нашла. Вот они. Есть. Значит, вот они не делают проблемы. Будем с ними бороться. Вот они бегают, белые букашки. Нужно их... Вообще-то сначала нужно просушить землю. Цветам ничего не будет, конечно. Не проживут, выживут. Но вот им будет не очень приятно. Нужно будет просушить ком земли. То есть вазончик с землей. Не поливать там недельку-две. Потом пролить можно фитоспорином. Обязательно не можно, обязательно нужно. И может быть каким-то инсектицидом. Но в доме не хотелось инсектицидом. Вообще баловаться. Потому что у нас дети. Но посмотрим, как что будет. Вот. Один горшочек у меня погиб. Вот они все. Другой только-только. Тут были много цветочков. Только один остался. Тут тоже был... Весь горшочек цветочками. Вот как этот. Здесь один уже погиб. Я его вытащила, выбросила. И вот эти тоже начинают увядать. Будем с ними бороться. Вот гацания бедная. Я ее выкопала с огорода. Хотела ее законсервировать дома. То есть, чтобы она росла в доме. До следующей весны. Чтобы ее уже посадить на улицу. Она вроде бы многолетняя, я знаю. Однолетняя это когда на улице, если в горшочках. Или когда на улице тепло, то есть вообще зимы нету. Или там теплая зима, то они растут. Немноголетние цветы, гацания. Вот о чем я хотела сегодня поговорить, показать. Падура это горшочный зверек такой, червячок. Букашка такая, даже червячок букашка. Они очень быстро бегают, шевелятся. И вот они съедают корешки. Поэтому я видела несколько цветочков, которые тоже начинают увядать. И вообще не видно было корешков. Значит, вот Падура это мне и сделала. Всем пока-пока. Будьте осторожны. Всем привет. Пока.